Сын Донавита во всем, кроме фамилии, расчетливый консильери Том Хейген был важной частью семьи Корлеоне в «Крестном отце» и «Крестном отце 2». Тогда возникает вопрос, почему преданный заместитель Майкла был убит за кадром между второй и третьей частью? Сейчас вы узнаете реальную причину, почему Том Хейген не появился в «Крестном отце 3». Здорово, бандиты! Меня зовут Иван Котовский, и вы на канале «Последний киногерой». В третьем и наименее популярном фильме трилогии отсутствие Тома объясняется со старта. Майкл упоминает, что Хейген умер в какой-то момент в 20-летний промежуток после второй части. Майкл оплакивает своего старого друга и помогает его сыну Эндрю получить высокий пост в Ватикане. Однако правда заключалась в том, что Хейген был вычеркнут из «Крестного отца 3», потому что Дюваль отказался вернуться к роли. Хотя Дюваль не был новичком в правилах кинобизнеса, он считал, что разница в гонорарах между ним и главной звездой фильма «1 миллион против 5 миллионов долларов Аль Пачино» слишком велика. В беседе с Чарли Роузом в 2004 году актер заявил: «Если бы они заплатили Пачино вдвое больше, чем мне, это нормально, но не в 3 или 4 раза, как они сделали». Часть 3, получившая критику за скомканный сюжет и, цитирую, «ужасную игру Софии Копполы», имеет 68% свежести на Rotten Tomatoes. Кстати, как я люблю повторять, мне третья часть нравится, и я всегда смотрю ее неотрывно от первых двух. Тем более, благодаря заключительной части трилогии, Сил получил возможность веселить товарищей той самой фразой. «Когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно». Обидно не увидеть Дюваля снова в роли, которую многие считают одной из его лучших. Но сам актер едва ли расстроен. В беседе с журналистами в 2010 году Дюваля спросили, жалеет ли он, что отказался от «Крестного отца 3». На что он ответил: «Нет, потому что третий фильм был не так хорош, как 2 предыдущих». А что думаете вы? Мог ли Том Хейген спасти третью часть от провала? Напишите в комментариях. Если вы хотите узнать больше о вселенной «Крестного отца», жмите на плейлист, который сейчас на ваших экранах. А если хотите поддержать канал и чаще смотреть новые видео, станьте патроном или угостите меня кофе. Все ссылки в описании. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале «Последний киногерой». Не переключайтесь.